Всем привет. Я уже что-то неделю не выкладывал видео, но на прошлой неделе был хакатон. Про него я немножко подробнее там, сделаю в какой-нибудь момент статью, когда соберусь немножко больше с мыслями по поводу всего этого дела. Вот. А пока у меня как бы было несколько идей, про которые рассказать, и заготовленные. Собственно, первое, про которую я давно хотел немножко сделать небольшое кратенькое видео, это про то, почему вот мы занимаемся именно Computer Vision. И в чем, собственно, отличие от других Data Science наук. Это, как ни странно, довольно нетривиальная штука сходу, потому что, ну, часто нам, там, мы разрабатываем какое-то решение, нам говорят, может, вы еще вот это сделаете или вот это, но это же все одно и то же, Data Science, там, Computer Vision, нейроночки обучаются, там тоже нейроночки обучаются. Но мы обычно стараемся очень аккуратно там разграничивать, то есть мы иногда можем за что-то взяться, но в целом обычно мы беремся за какие-то не очень сложные штуки, где от нас не будет больших ожиданий, где надо там... Мы понимаем, что надо там взять, грубо говоря, какие-нибудь open source, их немножечко настроить, чуть-чуть эти тюнинговать. И желательно не требуется какая-то сверхвысокая точность, какой-то ресерч глубокий, аналитика. То есть в первую очередь мы стараемся, ну, то, что понятно и студентам, как сделать, и мы стараемся и сами делать. А в Computer Vision мы обычно берем какие-то более глубокие проекты, позволяем себе ресерч, можем делать какие-то гипотезы, можем попробовать чего-нибудь новое придумать. Собственно, в чем разница? И как мы ее для себя определяем? В первую очередь, я очень люблю такую фразу, что методы для анализа изображений, звука, там, радио каких-то сигналов, это методы, основанные на локальной корреляции. То есть очень большой вес фич — это какие-то локальные фичи. И, собственно, как только это локальные фичи, то сразу же мы сводимся к каким-то сеткам, которые... наибольший эффект дают нейронные сетки, в первую очередь сверточные. То есть это один из лучших. То есть, конечно, есть там эксперименты какие-то более глубокие с аналитикой таких вещей, но в целом... Вот неким стандартным мейнстримом при анализе локальной корреляции будет, опять же, фичи и паттерны, которые на этой локальной корреляции основаны. А если мы посмотрим чуть-чуть до нейронных сетей, то все методы до нейронных сетей, это опять же будет какой-то классический Computer Vision, он будет основан на каких-то локальных фичах. Там найдем прямые, посчитаем в областях какие-нибудь там оценки Фурье или каких-нибудь вейвлетов. Соответственно, поищем паттерны, там положим. То есть вот штуки, которые учитывают вот эту локальную корреляцию данных, то есть идут от структуры данных. И уже потом, когда мы нашли какую-то структуру данных, эта структура данных как-то обобщается. Неважно, там сверху накидывается какая-то дополнительная нейронная сеточка с функциями потерь, может быть, какая-то более логическая там функция, более выявленная, ну, не знаю, там аналитика скелетов. И вот... Все эти группы методов, они есть там, где мы ведем обработку неких естественных сигналов или сигналов, которые там у нас каждое следующее значение, оно будет сильно-сильно обусловлено предыдущим и, скорее всего, не очень сильно от него отличаться. То есть, конечно, экстремумы, там какие-то дельта-функции есть, но они не очень большие. И в этом плане... ну, как бы, исходя из этого, можно понять, что работа с Computer Vision там, или со звуком, она больше будет опираться на знание методов, которые позволяют выделить вот эту информацию на низком уровне, а работа с какими-то, там, с классическим ML, ну, не знаю, там, табличная аналитика, там, соответственно, предсказания всякие, визуализации данных, они больше будут... опираться на некоторую глубинную логику связи этих данных и их там некоторые завязки друг на друга.
Конечно, в Computer Vision не такое тоже есть, но очень мало задач, которые будут обособлены вот на таких фичах. То есть, скорее уж, там Computer Vision первично найдутся какие-нибудь интересные моменты, не знаю, там, логика поведения пользователя при хождении по залу. И потом уже более классическими Data Science методами можно эту логику как-то там пробовать анализировать, как-то привязать к чему-нибудь и предсказать. Собственно, это вот первое отличие. То есть глобальное отличие, я сейчас покажу несколько таких точек отличий, и дальше логика, почему мы делаем именно Computer Vision, просто потому что мы разбираемся именно в тех, так как мы шли изначально из этой области, то есть когда еще Computer Vision был достаточно далек от Data Science, мы, соответственно, достаточно неплохо владеем именно методами, которые позволяют работать с... Ну, то есть наши методы, они выстраивались оттуда, и они достаточно глубоко выстроены в этом плане. То есть мы можем какие-то вещи вот достаточно неплохо предсказать, что будет работать, что не будет работать, просто банально по тому, что у нас есть такой опыт. Но даже мы, например, вот сейчас я начал рассказывать про методы локальной корреляции, и там, тут можно разбить, грубо говоря, там, ну, три больших там, области. Первое — это Computer Vision, вторая — это аналитика некоторых последовательностей типа звукового сигнала. Ну, неважно, там, может быть, это очень похожие методы могут использоваться для анализа там, энергопотребления, где у нас есть там какие-то длительные там, значения этого энергопотребления, и мы хотим из этого какую-то логику выстроить. То есть, в принципе, там такие же штучки бывают. И третья группа — это какая-нибудь анализ радиолокационных данных, который весь уже давным-давно придуман и разработан. В нем нейросети, если могут как-то там вгрызться, то только по самым краешкам этой специализации, но ядро этой специализации, оно работает неплохо и без классических data science методов и анализа с сетями. И каждая из этих трех вещей, она внутри себя имеет сильно более глубокую специализацию в том, что кто делает. Я сначала попробую рассказать вот чуть более подробно про устройство этих вещей внутри, и потом как некоторое противопоставление поговорим про обычный Data Science. Но сначала я как бы скажу, в чем отличие от там, той же радиолокации, возможно, и хотя про нее как раз мало интересно, наверное, говорить, и от обработки звука или какого-то языка. Собственно, начну с того, что есть в Computer Vision и нет в остальных этих задачках. Первое, что есть, это банально задача детекции. Если мы говорим детекция каких-нибудь слов в речи, она, безусловно, есть, но она будет практически... То есть, грубо говоря, при детекции слова нам достаточно просто задетектировать его наличие. Достаточно редко нам нужно точно выделить границы этого слова там в речи где-то и... Более того, эти границы, они будут однозначно определять, где это слово будет сказано. С Computer Vision у нас задача детекции, она начинает очень сильно разрастаться вглубь. То есть, например, задача сегментации в каком-то смысле это тоже задача детекции, просто мы должны точно найти эту границу. А задача детекции в Computer Vision, то есть, сильно более нужна, то есть, ну, грубо говоря, когда мы работаем с словами, в среднем мы можем сказать, что слово, не знаю, штора, оно для людей звучит от, там, предположим, одной трети секунды до секунды. И в среднем, если мы там нашли, где это слово встречается, то есть какой-то отрезок, мы можем говорить, вот, наверное, там где-то в центре этого отрезка было сказано слово «штор». Для Computer Vision, если мы решаем задачу детекции, то детектируемый человек может отличаться, в принципе, в десятки раз, а для каких-то ситуаций и в сотни раз. Конечно, это нужно уже достаточно сложные сетки использовать, но, в принципе, там различие площадей может быть таким.
И отсюда у нас идет, что задача детекции, она немножко по-другому формулируется, она немножко по-другому обусловлена, и как фактор она имеет сильно-сильно более другой набор методологий для разрешения. То есть, ну, мы можем вспомнить там какие-нибудь методы SSD, там, соответственно, что там, UNET, который тоже решает задачу еще детекции. Мы можем вспомнить EtherDAT, который вообще решает задачу, когда у нас очень много плотно друг к другу там намешано объектов, которые мы должны задетектировать. И в этом плане в речи у нас все эти задачи детекции, они сильно другие. Я не хочу сказать, что проще, они просто принципиально другие. То есть с речью там есть свои очень много обусловленные сложности, про них еще чуть-чуть поговорим. Но в итоге все это обилие задач, там, конечно, есть специалисты, которые очень хорошо там могут настроить правильно SSD. Там другие специалисты занимаются какими-то там подходами, которые вот для плотной упаковки и делают свои научные работы на их основании. Но даже вот, казалось бы, простая задача детекции, но очень-очень большой площадь знаний, которые в ней существует, просто из-за обилия абсолютно различных методов, между которыми может быть какие-то внутренние связи, там, где один лучше применить, где другой лучше применить, где один метод для железа лучше, где другой метод для железа лучше. И это, естественно, порождает глубину проблемы и необходимость с этой глубиной как-то работать. Следующая задача, которую... Ну, и как бы детекция, если говорить с той же радиолокацией, в радиолокации, опять же, детекция обычно сильно проще и выполняется, ну, классической математикой. Наверное, вообще не имеет смысла про радиолокацию говорить там. Про нее можно как-нибудь отдельно просто поговорить, но в рамках сравнения это, наверное, самое скучное сейчас будет. И вот взять ту же задачу детекции, опять же, если мы имеем классический data science, то в нем эта задача тоже не будет решаться практически нигде. Это вот такая обусловленная задача computer vision со своими какими-то фичами для того, чтобы она более адекватно решалась, более быстро. Тут можно как бы вспомнить то, как она вообще начала решаться с помощью нейронных сетей, это тоже довольно забавно. То есть сначала это были какие-то методы типа каскадов Хаара, где мы выделяли кучу признаков и на них делали бустинг. В каком-то смысле вот то, с чего я начал, что выделить какие-то фичи и дальше классическим дата-сайенсом их обработать. Потом это пошли, соответственно, нейронки, когда мы разбивали картинку на участочки, и для каждого из них там говорили, есть в этом участочке целевой объект или нет. Это, по-моему, еще RCNN алгоритм, самый первый, после которого был FasterCNN, а потом FasterRCNN, которые уже вот уже не так работали с участочками, уже работали с фичемапами этих участочек. Потом, соответственно, там появились SSD, когда эти фичемапы уже там, на которых решалась задача регрессии. Ну, в целом, вот можно вспоминать, что конструкция итеративно вот строилась из того, что изначально там производительности не хватало, приходилось как-то туда ее хитро под эту задачку видоизменять, чтобы она по-другому была выстроена. Это порождало свои проблемы, появлялись там новые и новые алгоритмы. Вот все вот это. Следующая задачка, которая опять же не бывает за пределами компьютер вижена, и она вот чисто специалитетом Computer Vision, это задача трекинга. Ну, просто банально, потому что трекать по любой там 2D аудио последовательности достаточно сложно. Трекать в там массиве данных, ну, скорее это что-то ближе к задаче RAID будет. То есть там не нужно строить, опять же, локальное положение. То есть вот это вот там специалитет компьютер вижена. И, естественно, вокруг него тоже там, ну, про трекинг я рассказывал, наверное, уже много, и там есть много специальных вещей. Следующая задача, которая, опять же, вокруг компьютер вижена будет, это различная 3D-аналитика, то есть стереокамеры, это 3D-камеры, и вообще 3D можно выносить смело из компьютер вижена, потому что 3D занимались сильно до компьютер вижена. Методология задач в 3D, она вообще абсолютно своя.
То есть это там какие-то облака данных, и их вращение, это какие-нибудь ранзаки, и где зачастую нейроночки либо не обеспечивают достаточной точности, либо не обеспечивают достаточной скорости. То есть вспомнить хотя бы то, что там, я делал несколько видео назад, видео про задачу совмещения двух кадров, когда мы делаем какой-то фичи-экстрактор и поверх ранзак, и что вот только-только появилась вот этот вот суперглю, который заменяет этот ранзак, который не сказать, что просто шедеврально превосходит те бейзлайны, которые уже долго-долго существовали. А это как раз то, что используется вот в компьютер, в задаче там 3D-объектов обработки. И в каком-то смысле это можно относить к компьютер вижену, в каком-то нельзя относить. Хотя, опять же, я, с одной стороны, эти задачи разделяю, с другой их, конечно, сложно разделять, потому что найти точную границу между ними всегда сложно. Но просто вот этот класс методов, он более выраженный, когда там работать приходится с какими-то данными изображений. Что следующее? Я как бы, наверное, ну, когда я говорю, может сложиться мнение, что я считаю, что компьютер вижен сложнее, но в реальности это не так. То есть, как только мы переходим к какому-то аудио, то мы сразу имеем, что у нас просто нужно знать абсолютно другой набор базовых методов. То есть, ну, например, человек, начинающий работать с аудио, если он попробует вас, и пришел из компьютер вижена, и попробует воспользоваться теми же самыми подходами, его может ждать некое разочарование. То есть, ну, он не будет понимать оценку того, какой нужен объем датасета для распознавания каких событий в аудио. Он не будет понимать, какие нужны, ну там, что в аудио нам предварительно нужно обработать как-то часто это аудио. Может быть, Фурье каким-то преобразованием и привести его в картинку. Может, мелкоабстральными коэффициентами какими-нибудь, если нам не нужно какие-то очень сложно, там, очень высокую точность иметь или очень сложные слова доставать, то, может быть, это вот туда перенести, это такое, в каком-то смысле, Фурье преобразование для речи, но это, конечно, сказано ужасно, которое позволяет разложить там на фичи и подчеркнуть именно те, которые свойственны речи. Ну, такой вайвлетик хитрый, назовем это так. И условно, придя из компьютер вижена, все это вряд ли можно знать. И это будет каждый раз, надо будет заново. То есть я там знаю, что для обучения задачи детекции, в принципе, достаточно столько данных, чтобы оно хорошо обучилось, примерно столько-то данных, чтобы ну что-то обучилось, и вот столько-то, чтобы было вообще идеально. А с аудио я, естественно, не буду этого знать. Я не буду знать, как уменьшится количество данных, если там перейти от работы с сырым аудио к, соответственно, работе с какими-то предварительными выделенными коэффициентами. А при работе с аудио довольно сложно знать, как общую логику выделения. То есть, если мы напрямую преобразуем, например, СТТ, решаем задачу, то в СТТ, там, я это никогда, честно, там, не влазил в эту задачу, но, как я понимаю, там все идет разбиение по слогам, и дальше довольно хитрая привязка должна этих слогов, то есть данные более шумные, эти данные сложнее вязать к ground-truth, и в изображениях как раз это довольно редко встает проблема. А вот с аудио вполне своя специфика, когда у нас есть свои структурные изменения данных, и с этими структурными изменениями надо работать. А с аудио довольно там по-другому немножко идет логика тюнинга. То есть с изображениями, ну там, взяли обученное по ImageNet, погнали. С аудио не все предобученное на каких-то одних данных можно вообще будет трансферить на другие данные. И тут все свои фичи могут быть в своей специфике. В аудио на порядке более там значимость будет каких-нибудь датасетов. Условно в данных доменах. То есть там для детекции, опять же, голов людей в среднем можно обучить их во всех доменах и не сказать, что там будут большие потери по каждому домену в частности. Они, конечно, будут, но в целом решение будет как-то работать. С аудио
Это сейчас бесполезно делать, не домен специфик, какое-то решение по распознаванию речи. Потому что там переговоры таксистов, они будут нести свою специфику и свою терминологию. Речь врачей, вот я знаю ребят, которые такое внедряли, там очень долго дообучали нейронки, которые эту речь будут распознавать, потому что очень много терминов, которые нейронка никогда не видела, не слышала, и, естественно, совершает в них косяки. И вообще вот это вот пространство, морфем, пространство звука, оно сильно другое, сильно шире в других измерениях, и все это нужно чувствовать. В аудио есть дополнительные задачки, которые, опять же, как... Ну, конечно, в изображениях там есть ганы и синтезы. Это вообще я сейчас там не рассматривал, так как мы этим даже в изображениях не занимаемся. В аудио, опять же, есть задача вот этой всей генерации, и... Наверное, вот она близка к ганам, но опять же, так как я ни тем не занимаюсь плотно, ни тем не занимаюсь плотно, у меня есть подозрение, что там могут тоже быть очень большие различия, и напрямую там ганы из изображений нельзя к аудио применить. И вот все это нужно чувствовать, там через каждую такую задачу надо пройти, поиметь какой-то успешный опыт с ней работы, а не просто там датасетик, там не просто репозиторий запустить. Что-то пообучать и лишь после этого говорить там, что да, мы понимаем, как вот этот вот метод работает. Вот. Что еще? Ну и про классический Data Science тут можно, но опять же там перейти как бы от аудио к каким-нибудь задачам там... Правки речи, там, генерации речи, можно перейти к задачам там, перевода, в конце концов, где появляются различные трансформеры, которые там, куда ближе, наверное, к аудио, к внедрению в аудио задачи, чем к внедрению в Computer Vision задачи. И такие вот трансформеры, они довольно интересны. Именно, ну, это, опять же, некий свой мир, в который... Надо довольно глубоко там, если вносить какие-то изменения, надо глубоко знать математику и то, как они внутри устроены. Что, опять же, не очень тривиальное там знание, и вот этот подход к там трансформерам, это в их, вот некоторая связка там, например, аудио с уже непосредственно работой с языком. Работа с языком, собственно, это отдельная там data science задача, не имеющая отношения там к... прогнозом каким-то по таблицам и больше завязанное на вот эту вот логику языка. И опять же, там вот любые задачи генерации, любые задачи там перевода или любые задачи какого-то там вычленения смысла из текста, они будут принципиально другими. И не понимая, как устроены датасеты, вы не очень хорошо будете на таких задачах, ну, там, какой-то ground truth покажете, конечно, но вот чтобы закопаться внутрь этой проблематики, у вас уйдет сколько-то время. К чему вообще все, что я говорил там про отличие различных задач? Ну, к тому, что в любом случае, как бы вы не погружались в область data science, вам лучше не... прыгать принципиально на разные задачи. То есть, конечно, это тоже нормальная стратегия, и так тоже можно делать, но вы должны понимать, что занимаясь похожими в каком-то смысле задачами, но разными, у вас в том, что вы делаете, начинает возникать синергия. То есть вы, сделав одну задачку, которая тут в домене знаний лежит, вторую задачку, которая тут в домене знаний, взявшись за задачу, которая вот тут в домене знаний, как бы недалеко от них, вы сможете использовать свои наработки с разных сторон и понимание проблематики с разных сторон. Вы сможете оценивать, что в этом домене знаний должно быть там по подобию. Не все будет нормально работать, не все будет предсказываться, но зато вам будет сильно проще это делать. Когда же вы там либо с обработкой аудио, либо с обработкой изображения, либо с обработкой языка столкнулись уже с сотней задач, то там каждая 101-я для вас будет уже абсолютно механическая задача, которую можно очень быстро решить и успешно интегрировать в продакшн. С одной стороны, и мы обычно придерживаемся такого. То есть не то, что мы там не беремся за аудиозадачки. У нас были проекты, где там мы распознавали, ну, не знаю, там, оценивали там
механизмы детекции кашля, оценивали там детекторы речи свои некоторые делали. И в целом вот такие какие-то простенькие задачи по аудио, они там на границе классического computer vision и аудио, они, естественно, мне всегда приятны, потому что это там некоторое мое развитие в новый домен данных, и, возможно, где-нибудь это можно будет использовать. Или же, например, когда там мы делали computer vision распознавание текста, я вполне себе игрался в какой-то момент с трансформерами, чтобы попробовать там повыделять некие фичи, там фичи-мапу, которую в трансформер запихивать и делать какую-то поверх этого аналитику. Потому что, ну, там у меня ничего, например, не получилось, и более лучше зашли наши более классические подходы. И вот это вот, когда вы постоянно работаете на грани и пытаетесь расширяться в какую-то новую область, оно вам вот позволяет всегда что-то интересненькое для себя открывать. И очень просто, ну, то есть не надо вот брать и врубаться в какой-то полностью новый домен данных там. Наверное, будучи студентом, это одинаково просто, но когда вы там начинаете немножко взрослеть, проще идти от какой-то отправной точки. Может, при этом, конечно, теряется там часть экшена, новизны и всего такого, но зато всегда вот можно иметь некоторую уверенность, что это заработает, там не плавать в абсолютно новых терминах со стороны и получать какие-то эффективные знания. Ну, в целом, и плюс я надеюсь, что я так чуть-чуть рассказал, как чем отличается Computer Vision от остальных задач, и это может тоже кому-то будет интересно и понравится. Всем спасибо, всем пока.